Яркое пятно в интерьере всегда привлекает внимание, а если это декоративное панно о море, то оно будет еще и согревать приятными впечатлениями. Для этого нам потребуется немножко фантазии, декор, рамочка, акварель и инструмент. Приступим к работе. Сначала сделаем фон. Фон будет начинаться с желтой краски, как будто солнце пронзает океан. Следующим этапом берем гуашь и будем рисовать водоросли с помощью техники ниткографии. Берем обычные нитки и складываем несколько раз. Соответственно, чем толще нить, тем толще будет линия. Раскрашиваем нить гуашью. Складываем красивыми узорами. Накрываем листом бумаги и резко выдергиваем нить. Добавим в нашу морскую стихию немного разноцветных рыбок. Последний штрих – вставляем декоративное панно в раму. Мы ее заранее покрасили в нужный нам цвет. Теперь кусочек морской стихии будет и у вас дома.